В Украине, когда идет застолье, любое застолье, люди покушают, и они начинают спевать свои народные песни. Они поют, а потом могут потанцевать, душевные разговоры. Ну, как гуляют россияне? Ну, во-первых, приходят все, пьют очень много и начинают петь похабные частушки. И танцевать, сразу танцевать, топотать ногами. Это просто ужасно, ужасное зрелище. А главное, что они не снимают обувь. Я вот сколько была, они не снимают обувь, когда приходят в гости. Но в Украине так не полагается, чтобы прийти и не снять грязную обувь и зайти. И понимаешь, что это совершенно разные культуры, разные понятия, разные подходы к жизни, к своему хозяйству, к своим детям. Да, это совершенно разный народ. И поэтому вы никакие не братья. Оказалось, вы просто враги наши.